А чем еще заниматься в чужой квартире? Правильно, блевать. А тут вообще дома кто-то есть? Ой, а как это они так меня впустили, а дома никого? Так, давай смотреть, что можно скоммунистить. Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы продолжаем с вами играть за семью уродинки Бетси. В прошлой серии у нас произошла трагедия, у нас как бы одновременно было и радостное событие, это свадьба нашего старшего сына, но одновременно у нас возникло несчастье. На моего, скажем так, среднего сына упал метеорит, и он как бы отошел в мир иной. Вот, и теперь лотерея с нами больше нет. У нас остался Аид Олегович, Мураками Бетси и, конечно же, Жаркое. Вот. Также Джемма попыталась зачать ребенка со своим новоиспеченным мужем Штормом, но почему-то у него патрон не выстрелил, и поэтому она из-за этого тоже расстроилась, она плачет. То, что не смогла забеременеть, и у нее получился неудачный вуху. Чувство на танцполе, влюбленность персонажа поблизости. Ну хорошо, мы попробуем сегодня еще раз, конечно же, зачать ребенка. Давайте посмотрим, сделали вот так на работу, конечно, вы пойдете. У нас все тут сделано. Ты пока что работаешь, Джемма не работает, Джемма лентяйка, этот работает. Мелкий пока что не работает. Еще нужно вот этому вот сменить внешний вид, а то он у меня выглядит как не пойми кто. Давайте ему изменим внешность немножечко. Так, а почему я не могу ему изменить внешность? Ладно, давай тогда сделаем с тобой. Мне как бы не важно. Так, у меня еще где-то пыль живет. Вот, я слышу тут пыль. Пойдемте идеально пропылесосим, чтобы пыли не было. Никакой пыли в доме, а то мало ли аллергия, вот это вот все. Вы не забывайте обязательно подписываться на каналчик, поддерживать лайком. И писать, как вы думаете, кто родится у Джеммы и Шторма, после того, как мы, конечно же, сделаем вот это вот все. Так, где мой сын, вот это вот Жаркое мое прекрасное? Ну, Жаркое прям реально пошел весь в мать. Какой у нас цвет глаз у родинки? Карий, а у мужа тоже карий. Значит, генетически, конечно же, должны быть карие глаза. Вот, поэтому давайте у вас будут карие глаза. Прическу, в принципе, можно ставить такую. Я предлагаю нам сделать стилизованные образы. Вот, как бы, я ж... Да в смысле, что у тебя глаза-то меняются? Алло, додик, все. У тебя вот такие глаза. Вот здесь вот такой поймальчик. Серьезно? Да что ж ты будешь делать? Что с глазами? Мне на каждом, что ли, костюме глаза менять? Все, спасибо. А то я уж было, думала, все, так, это подойдет, это тоже подойдет, это подойдет, такой дурачок, это тоже подойдет, и это тоже подойдет. Все, костюм, давайте Джемочку, кстати, посмотрим, что мы можем по Джемочке сделать. Смотри-ка, ну, вот этот костюм, конечно, у Джеммы хорош, но он для меня, он больше такой подростковый, вот эти рваные колготки, поэтому давайте из нее сделаем более такую, ну, как бы, женственную женщину, но хочется, чтобы это было тоже все равно красиво как-то, не прям так убого, скажем так, как это могло бы быть, но в то же время не хочется делать ее супер взрослой. Хочется сохранить стиль, тут где-то были кожаные штаны, вот я хочу сделать ей кожаные штаны. Мне кажется, с кожаными штанами ей будет зашибись. Наверное, все-таки нет, может быть, и какой-нибудь стилизованный подобрать? Нет, у меня Джемма ассоциируется с таким макияжем, поэтому я хочу, чтобы он у нее остался. Может быть, какой-нибудь, давайте готовый возьмем костюмчик, посмотрим. Какой-нибудь с около ведьминской тематикой связанный, чтобы подходил под ее... Ну, это слишком просто, это слишком нет, это как-то так. Ну, что-то как-то меня не впечатляет, если честно. Что-то как-то вот, вот было как будто бы даже лучше. Походу, я сейчас ничего не буду делать. Хотя, подождите, есть одна идея, смотри. Мы вот здесь просто поменяем цвет, например, на какой-нибудь другой. Ну, типа, что? Вот белый, кстати, красиво с ней смотрится. Она такая вроде бы повзрослее, но в то же время та же Джемма, к которой мы с вами привыкли. И какие-нибудь или юбочку, или шортики. Сейчас с вами что-нибудь такое ей быстренько придумаем. Ну, уж такие нет и не подходят. Вот эти, кстати, неплохо смотрятся. Ну, такие бомжеватые, конечно, варианты. Мне кажется, что, в принципе, с такой юбкой смотрится относительно неплохо. И вместо кедов я предлагаю сделать какие-нибудь каблучки.
Каблучки или вот такие вот подкрадули, смотри, вот, давайте вот такие вот белые подкрадули, смотри, какая женственная стала Джема. Сразу видно, что она чуточку повзрослела. Платье такое, наверное, лучше заменить на какой-нибудь медиум, например, вот давайте длинное платье какое-нибудь. Тоже можно сделать красным, но уже не такое, типа вот такое, типа ля. О, а вот такое вот, смотри, прям очень так экстравагантненько в ее стиле. Это так оставим. Спальная вот это вот. Ну, типа пусть будет. Ой, это что-то вообще мне не нравится, вот этот вариант. Давайте возьмем ей какой-нибудь другой вариант. Ну, вот такой хотя бы пусть у нее будет вариант. Это подойдет. Ну, подойдет. Ну, и это вот так вот оставим. Все, сделали. Иди пылесось. Пылесось, иди, давай. Уродинка, быстро пылесось. У тебя что, сегодня выходной? Нет, 55 минут. Чувак, нужно до 50 минут. Ты еще услуги адвоката никому не предложил. Давай прокачивай. Прокачивай, Аид Олегович, или как там тебя зовут? Нет, ты Шторм. Аид Олегович пошел на работу. Так, мужа, упорно работать, чтобы он получил повышение. Все, брат, ты не успел, иди на работу. Все, он пошел на работу у меня. Упорно работать не хочет. Мать, зато пусть упорно. Джемми, кто-то звонит. Алло? Так, ну это там что-то по воспитательным работам. Хорошо. Значит, Джемма у нас осталась одна, как хозяйка очага, она читает книжки. В принципе, мне кажется, уютно мы с вами существуем на наш бюджет скромный, скажем так. Потом, конечно, сделаем перестановку, как заработаем бабла побольше, вот. Но пока что такое уютное семейное гнездышко. Давайте объявим о тесте, чтобы это не значило. Так, Джемочка, ну шо, как у тебя дела? Тут у нас детская появилась, кстати, на... А, стул пропал. Кто спер стул? Куда пропал стул? Зачем? А это что за картина такая? А что это мы? Давайте повесим где-нибудь красивую картину, пусть висит. Мы же любим, когда у нас типа красиво все висит. Давайте пока вот сюда повесим. Это что, школьный аттестат, камень света? Что бы это ни значило. Домашка чья-то, ее надо продать. Ну, аттестат, мне кажется, нет смысла вешать, вот, но... Вот так. Все, Джемма осталась одна. Читает книжку. Что она читает? «Предательство строптивого сердца». Я смотрю, она любит романы. Ой, у нас тут, смотрите, виноград поспел. Или что это такое? А, это шалфей. Я думала, это виноград. И я, возможно, был бы рад. Опачки, смотрите, у меня дети вернулись домой все. Что-то все ноют, но они скучают по брату своему помершему. Нет, не надо, у тебя жена есть, ты что, глупый? Так, муж хочет ссать, дети хотят спать. Давайте я немножечко удовлетворю их потребности с помощью чит-кода, чтобы они меня не бесили. Вот, брат, давай продадим твой проект, ты его как бы уже получил, твой проект тоже. Идите все делать быстро домашние задания. Смотрите, он нарисовал рисунок. Давайте его в детской комнате повесим. Вот тут детский рисуночек. Почему нет? Вот видишь, какие у меня творческие дети. Рисуют рисунки, ходят в темноте. Вот видишь, несмотря на то, что немножечко бомжевато живем, но они все равно счастливы. Счастливы и рады. Видишь, какая у меня хорошая семья. И, кстати, все у меня волшебники, да? Опачки, администратор. Ну смотри, уродинка у нас, по-моему, профессор, так что ты будешь администратором. Каждому свое. Ой, а что это у меня всех повысили, ля? Слушай, муж у меня счастливый. Достичь навыка обаяния. Подожди, сначала вы должны как бы закрепить свой супружеский долг с уродинкой. А то как бы вы давно уже сексом не занимались. Я, конечно, понимаю, что у вас там типа недавно сын откис. Но как бы про друг дружку забывать не стоит. Не надо. Репетировать речь и потом учиться дискутировать, брат. Давай, я в тебя верю. И после этого ты будешь у нас изучать бюджеты. Изучать предложения по бюджету. Вот, ты вот этим будешь заниматься. Так, изучать предложения. Уродинку там тоже. А, они повысили. Вот какие. Гады. Так, давай, пишем научный доклад. Пишем научный доклад. Ты там как? Ты у меня, мой хороший, значит, смотри, во-первых, ты иди тоже делай свой супружеский долг, зачать ребенка с Джемой, давай. Как бы, а то вы, как бы, свадьба-то у вас была, а детей до сих пор нет. Джема, обрати, пожалуйста, внимание на мужа.
Джема немножечко подвисла, ладно, я ее от этого. Так, давайте, попробуй зачать ребеночка. Я надеюсь, хоть у кого-то в этой семье родятся девочки, потому что мне надоели пацаны. Хочется, чтобы у нас наконец-таки были девочки. Так, все, они пошли делать ребенка. Отличная новость. Потом, как мужчина в семье, почини, пожалуйста. Давай, прессуем свой баклажанчик и сделайте девочку мне, пожалуйста. Мы хотим девочку все. А то у нас одни только пацаны. Все. Присунул. Молодец. Так, дальше ты должен учиться дискутировать, а после этого будешь предлагать услуги адвоката. Тоже выгорает. Да что ж вы все выгораете? Я вообще не понимаю. Джемочка, ты как? Нормально. Джемочка занимается спортом. Не знаю, пойти ли сделать тест на беременность, как думаете? Так, все, это мы сделали. Уродинка, давай проявим свои вот эти вот родительские качества и поможем ребенку с домашним заданием. Давай, Джема, иди. Опа, все, она забеременела. Она забеременела, видите, у нее появился чистить желудок, все, она беременная. Со второго раза патрон пробил все-таки дырищу. Я рыгаю. Все, молодец. Красотка. Интересно, какой у них будет ребенок, красивый или нет? Ну, и прям холодно. Ну да, у нас неотапливаемое помещение. Так что да. Дорогой сынулечка, иди делай домашнее задание. Ты там как? Бюджет освоил? Нет? Давай, братан, осваивай бюджет. Нам надо делать гостиную. Все, пошел зарабатывать. Вон там пацаны греются у камина, хоть как-то пытаются, да, выжить любой ценой. Джемочка, ты давай хочешь сделаем тест на беременность с тобой сейчас, как муж твой дебаты свои разовьет? Джема клептоманка. Клептоманы напрягаются, если долго не крадут какие-либо предметы. Серьезно? Заюш, ты расстроена? Ну, у меня есть одна идея. Короче, пока все Симы будут на работе, Джема у нас будет воровать. Она у нас будет воровайка, будет вести аморальный образ жизни, о котором ее семья даже не подозревает, возможно. Вот, поэтому, когда все пойдут на работу, Джема пойдет тоже типа на работу. Вот, будем ходить по богатым домам, втираться в доверие. Прими душ. Да, она реально забеременела. Ой, она опять хочет блевать. Давай, блюй. Кстати, мне нравится, как я сделала ей костюмчик. Она очень женственно выглядит. Не скажешь, что она любит воровать. Что она клептоманка. Муженек, я беременна. Так, он, кажется, рад. Он куда-то даже пошел. Какой присоединиться к готовке? Иди учись дискутировать. Ты чего? А Джема пойдет всем трындеть, что она беременна. Где там уродинка? Так, пошли, я скажу и главные новости. Все-таки она теперь моя мать. Так, глубокие, наверное, мысли. Нет, утешать. Давайте я ее утешу. Я просто спросить, на каком сроке. Так, а вот, рассказать главные новости. Что я беременна. Размножаю ваше семейство, как не в себя. Все-таки она наша как-то свекровь получается, да? Я не шарю в этих вот. Ну, вроде бы она как рада. Ой, смотрите, у меня животик появился. Ой, у меня уже маленький животик. Это у меня второй триместр начался уже. Все. Ребята, мы забеременели. Так, пойдемте еще поблюем. О, Мураками хочет праздновать день рождения, устроив потрясающую вечеринку. А у тебя что, день рождения? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, уродинка. Ну-ка, быстренько сделай тортик. У тебя у сына вообще-то сегодня день рождения. Давай мы какой-нибудь торт шоколадный сделаем. А я что-то как-то не знала, что у нее сегодня день рождения. Ой, хера, она побежала. Слушай, видимо, токсикоз ее очень сильно замучил. А давай вот этому тоже, ну, расскажем главные новости. Все-таки это тоже там, кто там из этих вот. А у нас что сегодня, выходной? Сегодня никто-то на работу-то и не идет. Вот так вот, не получится мое преступное это прошлое, тут, ну, вот это вот показать. Ну, значит, сходим сами. Коллективная грусть.
Ладно, пацаны, у нас сейчас день рождения, как бы. Но мы каких-то детей день рождения отмечали, а каких-то не отмечаем. Ну, вот так вот. Какие-то в семье любимчики, какие-то нет. Сына, иди задувай свечку, загадывай желание. Главное, что мама рядом с тобой. Давай, сынок, задувай свечку. Он у меня слепой. Не увидите, с глазами какие-то проблемы. С первого раза не задул. Значит, не исполнится его желание. Ну и что там за мужчина? О, слушайте! А у нас первый краш по семье получился. Ну, такой относительно того, что мы с вами имеем. Давайте, некромант. Офигенно вообще. Хорошо, он будет некромантом. Окей, окей, ладно. Так, подросток. Ну, давайте достигатор пусть будет. Ты посмотри. Но относительно тех, кто у нас есть, он у нас вполне себе даже симпатичный. Правда, слепой. Ну, это описывает, почему он некромант. Кстати, мне нравится, как у него Симс распределил ему одежду. Он прям такой стильный и красивый. Это я так напоминаю вам, то, что это сын от вот этого вот. Блин, он прям реально ничего получился. Самый симпатичный из всех детей у родинки, который у нас как бы был. Неплохо, неплохо. Не, ну Шторм как бы тоже ничего такой. Немножко широковатый на лицо, но в целом... Посмотрим, какой у них ребенок с Джемой родится. Надеюсь, красивый. Если пойдет в Джему, то, может быть, даже не все потеряно будет. Но вот это вот, конечно, это наш краш. Давайте его сразу устраиваем на работу. Потому что в этой семье работают все, кроме Джемы. Джема подрабатывает на стороне. Давай тебя... В кого бы тебя? Ну, это тоже... Продавцом будешь, короче. Будешь продавать вещи. Иди. Развивай навыки обаяния. Так, репетировать речь. Все, чтобы все у нас были при деле. Все, ты свободен. Ты там как? Что он все никак не разобьет твои способности. А может, ребенка на внеклассные какие-нибудь запишем? Давай, то что ты у нас как этот? Будешь ходить на внеклассные занятия? Драм-кружок, скаут. Ну пусть будет скаутом. А то что он сидит? Вот как раз сегодня пойдет у нас. Давай, вот так вот тебе тут поставим твою вот эту вот херню. И будешь смотреть свои нашивки. Вот видишь, ты даже никаких нашивок не можешь получить. Что это за такое? Беспердел какой-то. Жуткие существа рядом с некромантом. Ну что поделать? Такова жизнь, брат. Так, ну я все жду, когда вот этот вот браток прокачает свой этот. Хотя, знаете, с другой стороны, сейчас утром, часов в 10, с вами пойдем по соседям и что-нибудь у них скоммуниздим. Ну такое мелкое, но чтобы можно было продать. Да, пусть будет веселый, почему нет? Ждем, короче, 10 утра. Ах ты, маленький мандюк. Срочно его открутить. Так, воспитание, наказать. Нельзя. Я тебе запрещаю гадить в доме. Ну-ка ты, маленькая говняшка. А ну-ка, не порти мне тут. Нельзя пользоваться компьютером. Запрещаю тебе, ясно? Убирайся теперь. Давай, наводи порядок. Не хочет наводить порядок. Пойду помоюсь. Нет, не ты, не ты. Я хотела уродинка, чтобы помылась. Ну все, погнали. Погнали подрабатывать нашей вот этой вот прекрасной женщиной. Как бы, что тут? Вот хороший дом. Тут живут какие-то друзья-приверженцы. Давайте к ним и сходим в гости. Сейчас мы посмотрим, что у них там интересненького есть. Что у них можно интересненького взять. Главное, чтобы они были дома. Ну, как кусики. Постучать в дверь. Ну, кто подумает, что беременная женщина может быть клептоманкой, правильно? Никто не поверит. Вот, поэтому мы аккуратненько заходим в дом. Еще наблюем им там. Токсикоз все-таки. Заходите. Так, а тут что-то никого нет. Первым делом идем блевать. А чем еще заниматься в чужой квартире? Правильно, блевать. А тут вообще дома кто-то есть?
Ой, а как это они так меня впустили, а дома никого? Так, давай смотреть, что можно скоммунистить. Что у нас нет дома, чтобы нам пригодить? Кстати, красивый. Так, ну у них как-то так пусто в доме. Может быть, у них уже все своровали? Компьютер, говно. Ну как-то... Еще здесь, давай наблюем. Открыть комплект семян. А что я могу украсть? А, вот. О, давайте светильник украдем. Смотри, какой золотой. Давай. Давай украдем светильник. А компьютер не могу украсть? Я могу только маленькие, да, предметы тыбзить? А, с кому не сделала? Все. Зашибись. Теперь оно мне вот сюда добавилось или в багаж семьи? Забить слив. Давай. Просто пришла, нагадила в чужой дом. А как это происходит? Зачем? Ой. Так, ну я что-то нехорошим чем-то занимаюсь, очевидно. Жена у меня какая-то рецидивистка. Забить слив. Слушай, ну я им, походу, испорчу всю квартиру. Немножечко. Ой. Просто поднасрала я. Ой! Ёб твою... Ой, сейчас... Пожалуйста, прекратите. Ой, меня спалили. Блин, ё-моё. Давай мы типа скажем, извините, это все беременность, гормоны. Типа извините, пожалуйста. А, давай я скажу, что я беременная, поэтому я страдаю вот такой фигней. А если я буду блевать у нее в туалете, она будет меня ругать за то, что я блюю у нее в туалете или нет? Вот, прям при ней сейчас проблююсь, чтобы она видела, что мне так плохо, поэтому я схожу с ума. Она такая, блин, что за соседи пришли? Такая, она сломала мне все, что у меня есть. А этот на нее орет, какого хрена дома так грязно. Говорит, ну приходила тут какая-то соседка и все засрала. Ладно, я поехала домой. Спасибо. Но у них особо я не могу сказать, что есть что воровать. Попытаться украсть. Нихера себе. Ого. А кровать не могу украсть? Слушай, я могу украсть стулья, получается. Мелкие предметы. Это смешно. Ну ладно, все, я пошла. Беременная женщина с гормонами, очень страшная женщина. Какой у нас там триместр? Я думаю, скоро будем с вами рожать. Воровайки в семье обзавелись. Ничего. Потом завтра тоже пойдем кому-нибудь к другим соседям. Посмотрим, что есть у них интересненького дома. Правильно? Правильно. Так, выгорание. Ну, это мне не интересно. Смотрите, что я добыла, пацаны. Опять стул упал. Вот я не понимаю вот этот вот прикол вот этих вот стульев. Они периодически просто ломаются. Вот мне непонятно почему. Давай сюда просто вот так стул поставим вот этот. И смотрите, я сперла. Это я. Давайте куда-нибудь, ну это типа светильник. Я предлагаю его оставить где-то здесь, чтобы у нас вот тут вот посветлее пока что было. А то мы как с вами в черной жопе живем какой-то. Слушай, я смотрю, у меня тут весело люди живут, пьют винишко, всякие такие прикольные вещи. Нормально живем. Так, ты что там свои нашивки-то получил? Не идти на выпуску, нахрен оно нужно. Получить нашивку. Бесполезный. Опять пыль, да что ж ты будешь делать? Уродинка, давай быстренько пылесось. Давай, чтоб никакой пыли в доме не было. А то мы живем в какой-то грязи, говне и вообще фу. Вот таким... О, Дед Мороз пришел. Опять канун Нового года? Он же уже был. Подождите, а кто может у него подарки просить? Дружелюбные действия. Попросить подарок. Давай. Подарок мне. Кто еще может просить у него подарок? Отбить подарки. Приветствовать дружески. Но я так смотрю, все хотят с ним только драться, да? У меня только муж, да, получает подарки от деда. А, нет, еще вот этот может. Давай-ка. Сына, проси подарок у деда. Давай мне подарок, быстро. Мы зарабатываем всеми возможными способами в этой игре. Спасибо, дорогой. Ой, что это он мне дал? Элементы какие-то.
Что за говно? Что за говно ты мне подарил? Дед какую-то херню дарит. Зачем ты мне ее даришь? Какой-то беспердел. Я уже хочу следующий день, чтобы наша Джема... О, они тут отмечают Новый год. Новый год! А пошли займемся с тобой этой любовью, муженек. Как бы надо подтолкнуть ребеночка. А потом надо же ему дать потрогать животик. Все, готовимся к... Блин, у меня, смотри, какой уже пузико приятный. Это какой у меня триместр? Второй триместр начался. Подожди, почему я не могу реально мужу дать потрогать пузико? Это не мой муж. Ростный поцелуй, смотри, с любовью на партнера. По идее, уже должна я ему давать трогать свою пузико. Может быть, если вот так я на нее нажму, забрать ключи от дома, зачем? Вот, попросить потрогать живот, иди. Иди, потрогай животик. Давай. Вот. Теперь Джема должна всей оставшейся семье дать потрогать животик. Предложить потрогать животик. Иди. Предложи зятю. Зять, да, по-моему, называется? Нет, не зять. Короче, свекр. Свекру. Или сваха. И ну, короче. Даем ему потрогать пузика. Как будущими дедушке. Давай, дедушка, щупай. Ну, она очень миленькая, кстати. Хорошо, что мы ее выбрали с вами. Так, и уродинки, конечно же, даем потрогать. Дружелюбные действия. Вот где оно? Во-первых, она что, не знает, что я беременна? Серьезно? Уродинка не знает, что я беременна? Вот, предложить потрогать животик. Давайте, вы тоже скоро станете бабушкой. Трогайте животик. Смотри, они счастливы. Надеюсь, девчонка будет. Надоели пацаны? Одни пацаны. Реально. Вот Джема опять пошла что-то рисовать. Она у нас любительница порисовывать что-нибудь. Красотка. Зарабатывает всеми возможными путями. Молодец. И картины рисует, и по гостям ходит. В общем, вообще прелесть. Продаем коллекционеру и отправляемся с вами к следующим соседям. Посмотрим, что можно забрать у них. Правильно, вот к этой вот поедем бабе. А Роска ее зовут. Ой, что-то у нее такой маленький домик, мне кажется, на бомжиха. Ну ладно, я все еще беременная женщина, которая совсем ни капельки себя подозрительно не ведет. Здравствуйте. Так, во-первых, я пойду сразу вам наблюю, потому что, ну, я же беременная женщина. Я должна блевать. Ну, слушай, у нее даже воровать-то нечего. Ты что, на меня орать пришла, то, что я блюю? Слушай, она недовольна, что я наблевала ей в туалет. Что-то мне сейчас выскажет. А у тебя можно что-нибудь скоммуниздить-то? Слушай, она бомжиха. У нее вообще ни черта нет. Давайте я попытаюсь украсть стул. Давай быстрее, пока никто не смотрит. Все, я стыбзила стул. Миссия удалась, можно идти спокойно. Ля-л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 я
жду вас в следующей серии. Пишите в комментарии, как вы думаете, кто будет у Джемы и Шторма, кто у них родится. Не забывайте подписываться на канал, а мы с вами скоро увидимся. Пока!